Конечно, в жизни все сложнее. И встреча с каждой новой ролью, ведь я играл простых людей, подручных главного героя. В кино условие одно. Чем меньше роль, тем больше точность. А выиграть тому дано, кто сможет выдержать на прочность. Счастье – это как любовь. Оно ведь не бывает вечным. Как творчество волнует кровь и интересно, и быстротечен. И есть возможность трудиться, писать, мечтать, любить, спорить и двигаться вперед с надеждой, если можешь еще чем-то помочь людям. Это и есть счастье? Я полагаю, да.